Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Попади в десятку». У нас на обзоре нож-мачете от компании «Ивоходку» МА-862 «Бизон». В комплекте нас ожидают ножны «Кордура» и сам нож. Такой нож отлично подойдет для активного отдыха на природе. Он предназначен в первую очередь для разрубания небольших деревьев и веток. Общая длина ножа достигает 400 мм. Длина клинка 275 мм. Толщина клинка достигает 4 мм. При изготовлении клинка была применена сталь марки 40Х13. Она отличается отличной устойчивостью к коррозии. А при хорошей закалке эта сталь обладает должной твердостью. Плюс ко всему, она не требует постоянной заточки. У данного ножа твердость составляет от 45 до 50 HRC. Клинок здесь с пониженной линией обуха, drop point. Он одинаково хорошо и режет, и колет. Однако такая форма позволяет ему лучше проходить внутрь разрезаемого материала. На рукояти находятся деревянные накладки. На ней имеются удобные выемки под пальцы, а также отверстия под темляк. Естественно, данный нож не является холодным оружием. Приобрести это мачете вы можете на нашем сайте, ссылка в описании к видео. На этом у меня все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был ваш интернет-магазин «Попади в десятку».